Друзья, доброе утро. 21 сентября 2024 года. 21 день челленджа. Бег традиционный и заплывчик. Ну, заплывчик один я уже сделал, уже точно знаю, потому что идешь холодно, утеплился. Я уже надел такую кофточку с длинным рукавом. Так что погодка, ну и ветерок, ветерок дует. Сейчас я вам покажу по флагам пляжа Венера. Флаги развиваются, ветерок дует и ветер холодный. Вот вы видите. Флаги развиваются. У кого-то суббота, бурные выходные. Ну а кто-то на войне, хотел сказать, зожив, но в каком-то смысле это и война идет с собой, преодолением себя. Вот мы здесь подружайки с Питера были, говорит. Она говорит, ну у тебя сила воли, я бы так, конечно, не смогла. Да, друзья, чтобы вот так каждое утро вставать, вопреки всему, 5:30, 6 уже бежать, плавать, правильное питание, режим сна и отдыха, вечером уже в 10 и спать охота. Но я вчера в 11 проводил, где-то 11:30, без 10:12 лег только спать. Поэтому поспал-то, собственно, и мало. Так, ну что, впереди пробежка, хватит разглагольствовать. Друзья, не будем лишних разглагольствований. Вперед, пробежку, включаем шагомер, бьем рекорды и преодолеваем себя. Вперед на тропу бега. Друзья, пробежался, искупался, пробежал, по-моему, аж 8,5 километров. Что-то, ну, я хотел где-то 7-800 по меткам. Я бегу обычно по меткам, там, где я шагомер смотрю. По метку раз, где-то примерно помню, где в прошлый раз бежал, сегодня подальше хотел, но получилось аж так. Искупался, водичка, 21 градус, нормальненькая такая водичка, плавать можно, спокойненько, рябь идет чистенько, но северо-восточный ветер, выходить холодно. Доволен я, хорошее, бодрое, субботнее настроение, чего и вам, собственно, желаю. Ну, впереди завтрак и накопились делишки. Друзья, 21 день челленджа. Сбрось вес. Завтрак, стакан воды. Стакан зеленого чая без сахара. Ну вот здесь у меня такой завтрак плотненький будет сегодня. Кусочек рыбки, картошечка одна. Болгарский перчик, огурчик, помидорчик, лучок, батун, петрушечка и пшеная кашка. Завтрак съешь сам. Как там? Обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Вот завтрак я съем сам. Всем приятного аппетита и хорошего субботнего дня. Друзья, мой обед. Кто-то, может, последует потом моему примеру, увидит мой челлендж. Сколько дней, сколько сбросил, как питался, что делал. Может, кому-то будет полезно. Ну, а пока обед, стаканчик воды, чай зеленый без сахара, борщ с мясом, салат, огурцы, помидоры, редиска, болгарский перчик, зеленый горошек, укропчик, лук, батун, арбузик и медовая желтая слива. Всем приятного аппетита!